Всем привет, ребят, меня зовут Карина. А меня Полина. И так как всем моим подписчикам очень сильно нравились видео с моей сестрой, сегодня я с Полиной решила снять видео Big Puzzle Challenge. Так как подобное видео было с моей лучшей подругой Лизой, и тогда была ферма бобов Jelly Belly, и сегодня мы купили немного другие бобы, они называются Bean Boozled. Тут вкусы довольно ужаснее, чем были в прошлом видео. Кажется, все уже знают правила этого видео, а для тех, кто не знает, просто наберите в поисковике в Ютубе и посмотрите других видеоблогеров. Это уже есть будет. Итак, мы высыпаем наши бобы в емкость. Красиво. Угу. Так, мы взяли два одинаковых цвета, зеленых, и они означают, что это будет либо трава, либо лайм. Лайм. Ну, это трава, но мне нравится. Итак, мы взяли два одинаковых цвета, бело-желтых, и это означает, что нам попадется либо попкорн, либо протухшее яйцо. Попкорн. Так, белый цвет означает, что нам попадется либо памперсы, либо кокос. Памперсы. Что памперсы. Сладкое? Слушай, памперсы, но мне нравится. Обоим, короче, памперсы попались. Следующий мы взяли голубой цвет. Он означает, что нам попадется либо черника, либо зубная паста. Хочу зубную пасту. Пробуем. Зубная паста. Ё-моё, она мятная. Это наша зубная паста. Докажи. Мама мне один раз перепутала и дала эту. Но она мятная. Не, слушайте, а мне нравится. Это папина брилка. Итак, мы взяли два одинаковых цвета, зелено-пупырчато-коричневых, и они означают, что нам попадутся либо козявки, либо груша. Козявки. Это что-то не то. Козявки. Фу, воды я еще захотел. Итак, мы взяли два одинаковых боба разноцветного цвета, и они означают, что нам попадутся либо тутти-фрутти, либо протухшие носки. Тутти-фрутти. Протухшие носки. Мы взяли два одинаковых цвета, они какие-то оранжево-красные, и они означают, что попадутся либо блювотина, либо персик. Блювотина! Мне кажется, персик. Итак, мы взяли два одинаковых боба белого цвета, и они означают, что нам попадется либо памперс, либо кокос. Давай. Опять кокос. Памперс. Разноцветный цвет, он означает, что попадется либо тутти-фрутти, либо протухшие носки. Пробуем. Опять тутти-фрутти. Протухшие носки. Тутти-фрутти. Бело-желтый цвет, он означает, что это либо попкорн, либо протухшее яйцо. Протухшее яйцо. Даже жевать не буду. Я тоже. Нет, я еще хочу. Итак, с вами была Карина. И Полина. Надеюсь, вам хоть чем-то понравилось это видео, ведь мы очень старались. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень сильно всех люблю. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.